Бойлы мирақлы сергі олып кече тамам бұл күнлер, достлар, ве тамам сізді оны зиярет етіп, бұл гүзел ресімлеріні сиеретмеге сиерете білесіңіз, вақтыңыз бар. Вешімді есе біз бойлы бір сюрпризізге япмаға істедік, ве невбетеке мұсафырымызны тақтим етмеге істейміз. Эльбет, достлар, мен белесем шымды да, мирақлы бірді қалар башлана, чүнке бізім студиямызда ресам Рамазан Усейінов болына. Селям алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Насылсыңыз? Сау. Как настроение? Да ничего, потихонечку. Как началось сегодня ваше утро? Утро к вам спешил. Доехал с такими пробками, но доехал. Рамазан Бей, расскажите, как происходит создание картины? Художник хочет с помощью кисти рассказать о своих волнениях, переживаниях, или же в первую очередь он пытается с точностью изобразить какой-то предмет или явление? Ну, создание картины – это, естественно, не запланированный момент. Это всегда происходит по... Может быть, и по вдохновлению, и по какому-то программе, которую я должен исполнить, например, какие-то выставки, какие-то проекты. Угу. То есть есть обязательства, есть какие-то моменты, которые я должен это сделать. Но в общем, по большому счету, естественно, картины создаются под впечатлением и под ощущением моментов, которые увидены до этого, или же, скажем, вот сегодня увидел что-то. То есть это у художника есть такая зрительная память, которую он фиксирует, и острые и такие эмоциональные моменты он запоминает, и потом уже трансформируется и создается какой-то образ создается, и из этого получается какая-то картина. Угу. А что все-таки сложнее? Вот передать в точности какой-то предмет, изобразить его, или же все-таки передать тот смысл, который вложен в картину? Ну, к художнике, каждый художник, он относится к своим работам, скажем, по своему состоянию, то есть он планирует свои какие-то... Например, я художник одного плана, а другой он, может быть, делает какие-то исторические моменты, кто-то, скажем, современные моменты, кто-то абстракцией занимается, формальными вещами. Но, по большому счету, например, если касается меня, то я все-таки трансформирую свои мысли и не создаю, скажем, реализм, который увиден, ну, каждый Uh-huh. человек видит, он реалистические моменты. А художник – это он углубляется и создает внутренний свой мир. Uh-huh. То есть то, что он увидел, может быть, каждый художник видит по-своему, а зритель этого не видит. Ну, то есть художник, он преподносит свой увиденный мир. И поэтому... конкретизировать образ какой-то, ну, человека, похож, что он похож или не похож, как бы меня не очень волнует, а волнует это образ, по большому счету, этого человека. Ну, вот как-то так. То есть для вас в первую очередь стоит, на первом месте стоит то, чтобы показать внутренний мир героя, да, обязательно, да. То есть его мир, окружающий вообще, его состояние, как он живет, чем он занимается. То есть все в одном лице. Мы увидели вот вашу выставку, увидели множество картин, представленные на выставке. Расскажите, какие темы больше волнуют вас и находят отражение в ваших картинах? Знаете, вот все-таки от времени художник, он меняется. То есть он видит одно, потом он видит другое. Он не может стоять как бы на месте и делать одно и то же. Он в любом случае, если он художник, конечно, он должен быть в поисках, какие-то новые интересные образы искать. Скажем, если я среднеазиатский период, то там были
чисто такие, ну, этнографические, может быть, отношения к моим работам, скажем, образы, которые касались больше среднеазиатских каких-то вариантов, моментов. Ну, вот на сегодняшний день я как бы ближе к натуре стал обращать внимание. То есть я езжу по всяким районам крымским, скажем, вижу эти красоты и создаю свой образ. То есть я стараюсь писать с натурой. Угу. Во-первых, это обогащает мои какие-то, скажем, взгляд и обогащает мою палитру, цвет. И получается как бы это новый поиск и новые находки. И поэтому у меня как бы на сегодняшний день чуть-чуть поменялась структура вот этого отношения к моим работам. Вот вы сказали, что для создания какой-либо картины нужны определенные условия. То есть эта картина может быть на заказ, либо, конечно же, должно быть вдохновение. Вот в каких условиях пишете вы? То есть в каком настроении вам лучше всего пишется? Ну да. Заказ, может быть, заказ, это бывает, но заказ – это для художника более зависимый, потому что человек, он заказал, и я как бы себя не чувствую свободным, не раскрепощенным. И мне кажется, здесь ты на поводу заказчика идешь, и иногда бывают вопросы, скажем, со стороны заказчика, ну вот… Я хотела так, а вы написали, ну, вот так. Угу. То есть, конечно, художнику иногда ему обидно, как это так, я же все-таки вы ко мне обратились. И приходится противоречить своим каким-то принципам. Противоречить. Угу. Поэтому, по большому счету, художник должен быть свободен. И если кто-то, например, на выставке, ну, какие-то коллекционеры или там любители искусства, например, почитатели моего искусства. Они могут просто, да, это вот эта картина, она так настолько меня притягивает, то есть я хочу ее у себя иметь дома. Ну, это более свободно художник себя чувствует. Ну, скажем, заказчикам это проблема. А бывают ли у вас моменты, когда вдохновение просто покидает вас, какой такой творческий кризис? Ну да, это не может быть бесконечно ты вдохновленный. Да, все-таки человек живой, понимаете, он может, я да, работаю иногда очень много, и эта энергетика истощается. Дает о себе знать, да. Да, и любой человек, он должен, ну я, например, где-то месяц, может и два, просто отдыхаю. Я просто езжу, ну, куда есть возможность. То есть я расслабляюсь и чувствую себя. И потом действительно надо набраться энергии, а потом появляется и вдохновение, и какое-то желание. Вот хочется работать и все. А что вас вдохновляет? Вы знаете, это трудно сказать. Вдохновление – это не значит, что вот я должен сидеть и ждать этого вдохновления. Это так не бывает. А вдохновление, скорее всего, появляется при стадии работы. Дело в том, что, да, иногда я себя заставляю. Просто я себя знаю хорошо, когда если я начал картину писать, то возникает образ, который меня притягивает, то есть затягивает в эту картину. То есть я уже не могу отойти. То есть это есть вдохновление. Я действительно попадаю в такую ситуацию, что вокруг меня такое ощущение, что не существует другого мира. То есть полностью я погружаетесь там, да, в этот мир. Да. И поэтому у художника должна быть мастерская, которому никто не должен мешать. Отвлекать там вообще, ну. То есть абстрагироваться, да, и погрузиться в этот мир. Да. Рамазан, ваши картины, они завораживают своей необычностью.
Расскажите, создавая картины, вы придерживаетесь каких-либо жанровых правил, каких-либо критериев? Вот искусствоведы, они разделяют искусство строго по жанрам. Это импрессионизм, это сюрреализм. Да. Вот как вы относитесь к таким строгим правилам? Ну, каждое правило, там всякие измы, они возникают после создания, скажем, ну, то есть вот художник, он родился, он создал и образ картины, создал имя, и на этой почве зарождаются измы какие-то, да, скажем. Это уже великие, гениальные художники. Здесь подчиняться каким-то измам, я думаю, возникает подчинение в том моменте, когда художник, он еще молодой. Ну, то есть он в поисках, он же должен найти себя как личность. Uh-huh. И здесь он ищет кумира для себя. Uh-huh. Вот, да. И он здесь, может быть, находит, и он, может быть, даже плагиатством иногда занимается, да. А в конце концов он осознает, что он же должен создать свое личное «я». И здесь он через эти муки, может быть, творческие, приходит, в конце концов, если это он художник. То есть он находит свое личное «я», и потом это дело искусствоведов и критиков, которые находят в этом художнике какие-то другие измы, да, например. Угу, дадут новый термин, да? Да, да, да. Ну, вот где-то так получается, наверное. Чахсалнес, мне кажется, о вашем творчестве можно говорить безгранично, но, ну, да, к сожалению, наше время ограничено. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, я что могу пожелать? Просто, чтобы каждый день, каждое утро люди просыпались с радостью и думали, что это, вот этот день будет хороший. И такими же мыслями жить вот каждый день. Саунас, мы вам, конечно, желаем в первую очередь вдохновения. И ждем от вас новых работ. И ждем у нас в студии с открытием новых выставок. Спасибо. Саунас. Болеже достлар, мирахлы субьета масонына келді. Лякин программамыз девам етте. Епіміз... Біліңіз ке, Рамазан Усейновның сергісі девам ете, весізді оны зиярет ете білесіңіз, бүгізел ресімлеріні өзіңізді сиярет ете білесіңіз. Шынды есе біз яйынымызны девам етіп, қыса музыкалы тенефіс япмаға тәкліф етеміз.